Арбат. Ребята, сколько таких арбатов бегает у нас по России? Мы не знаем, что случилось с мальчиком. Какая беда? В какой капкан он попал или под какую машину? Результат тот, что у ребенка нет лапы. Кто-нибудь реально, хоть на миг, может представить себе, какую адскую боль перенес этот пес? И почему он так шарахается от людей? Мальчик, года два. Мы назвали его Арбат. И ездили за ним двое суток, чтобы поймать. В результате нам пришлось договариваться с врачом, и мальчика подстрелили дротиком. Ребята, случай с Арбатом случился в Липецкой области. Мы же находимся в Чехове. И тем не менее, через час после того, как я получила сообщение о местонахождении раненого пса, я дозвонилась в Липецк. Я нашла машину. Я нашла людей. В этот день мы не смогли поймать Арбата. Но мы поняли, где он. И на следующий день приехали туда уже с врачом. И только так нам удалось подстрелить мальчика и забрать, и оказать ему помощь. Неважно, где мы находимся. Главное, чтобы было огромное желание помочь. Ребята, я нахожусь за 500 километров от раненой собаки. И тем не менее, мы спасли пса. Неважно, где вы живете. Решать вам, как помочь. Арбата увидела семья, которая проезжала мимо. Написала одному из моих админов. А админ переслал мне. Все, что мы могли, это организовать сразу поездку. Я не умею создавать тему. Давайте поможем. Ребята, я сначала спасаю животное, а потом обращаюсь к вам. Друзья, а вот теперь поможете? Потому что он уже у нас. Он реальный. Он в наших руках и нуждается в нашей помощи. Я считаю, что именно так должна работать вся зоозащита. Сначала мы спасаем зверя, даже не имея возможности, не имея ни средств, ни машин, ничего. Главное, чтобы было огромное желание спасти. И, ребята, все приходит само собой, не знаю как. И животное спасается и приезжает в клинику. И врачи, просто чудо, соглашаются его оперировать в долг. А потом, ребята, словно откат, наступает тишина. И хотя мы бьемся, кричим, показываем, но такое ощущение, что нас, люди, становятся наполовину глухими. То есть собака у вас в руках, ну, значит, уже все в порядке. Ребята, не в порядке. Потому что собаку необходимо лечить. Необходимо спасти. Сейчас пес находится уже у меня дома, в городе Грязи. Там он пробудет, чтобы отлежаться после кастрации. И пока врачи примут решение, стоит ли оперировать лапу или оставить как есть, пусть зарастает. Я просто хочу сказать, не так страшен черт, как его малюют. Повторяю, все в наших руках. Все в наших руках. И если мы хотим быть настоящими зоозащитниками, мы это можем. Можем. И я очень надеюсь на вашу помощь. Потому что помимо Арбата, ребят, за нашей спиной более 1500 животных. Многим из них предстоит операция по снятию пластин, которые мы им поставили и месяц, и полтора назад, на страшные переломы. Этим собакам предстоят операции по снятию этих пластин. А это также, ребята, упирается все в финансы. Арбату мы оказали первую помощь. Попутно кастрировали мальчика. Пока врачи пытаются прийти к какому-то определенному мнению. Кто-то предлагает не трогать лапу. Возможно, потом ребенку можно будет поставить протез. Кто-то предлагает удалить, чтобы собака не опиралась на лапу и не рвала себе зажившую часть.
Кто-то предлагает просто удалить кусочек, чтобы вот эта кость, которая начала обрастать, но на которой нет шерсти, она будет подвержена опасности, ребята. В любой момент можно поцарапать, облокотиться. В общем, пока они не пришли к согласию. Арбатом занимаются три врача в Липецкой области. Хорошие хирурги. Сейчас они пока обсуждают, что можно сделать, и предлагают пока выждать. А заодно, ребята, может быть, мы пока соберем хоть немного денег, чтобы погасить предыдущий долг и оплатить Арбата. Так как в любом случае они не будут брать мальчика на операцию, потому что слишком огромен долг в клиниках у лохматой души. Ребята, мы благодарны врачам уже за то, что они хотя бы кастрировали мальчика и оказали ему первую помощь, обработали рану. Это все, на что мы смогли пока уговорить. К сожалению, друзья, у нас совсем нет денег на операцию. Долг в клинике составляет 600 тысяч. Ребята, 600 тысяч за почти сотню стерилизаций, за операции, за наших поломанных и искалеченных, которых мы третий месяц оперируем в долг. Ребята, мы идем на таком пределе, что я каждую минуту жду, что врачи меня просто пошлют открыто по-русски. Или в конце концов скажут: Валя, имей совесть. А у меня ее нет, ребята. Потому что когда я вижу рану у собаки, вижу ее глаза, я забываю про все, про гордость, про совесть. Внутри только рыдание сдерживаемое, понимаете? Вот и боль. Ребята, я ее чувствую. Я чувствую, как больно этому зверю. Может, я впечатлительная такая, хрен его знает. Вот говорю по-русски, извините, но я ее чувствую. Я знаю, как им больно. Я не знаю, почему со мной это происходит. Я просто это знаю. И я никогда не смогу пройти мимо поломанного зверя, раненого зверя, истощенного зверя. Вы посмотрите, Гектор, Патрик, Лима, ребята, это ведь все наши тяжелые, кого мы оперировали, переломанные вдребезги. И мы всех их прооперировали в долг, ребят. Я прошу вас, помогите нам погасить долг в клинике. Это очень страшно, потому что в любую секунду мы можем найти на дороге следующего Патрика, следующую Лиму, следующего Гордона и следующего Арбата. Не дай бог. Но помощь нам нужна. Отзовитесь, ребята. Нам надо погасить долг в клинике. Прошу вас. Вас так много, ребята. А лохматая душа одна. И она рвется на части, чтобы помочь. Кроме поломанных наших, у нас за спиной более 1500 животных.